И в развитии темы. У чебоксарских школьников появится возможность изучать не только основные предметы, но и получать духовные знания. С начала учебного года открывают свои двери 3 класса с углубленным изучением православной культуры. В 29-й столичной школе основы православия преподавались в рамках подготовительных занятий для дошкольников. В этом году большинство этих детей пойдет в начальную школу. Объявили, пришли дети с родителями, отзанимались целый год и открыли первый класс. Сейчас у меня в классе 36 детей, первый класс набрал 29 детей, а в третьем классе у нас 18 детей. Набор хороший. И сама Юлия Васильевна, и родители будущих учеников отмечают, православные уроки не прошли для малышей даром. Мне понравилось их общение друг с другом. Дети были... Уровень развития детей на порядок выше. И самое главное, чувствовалась в них доброта. Обучать православной культуре планируют вплоть до 11 класса. Помимо теоретических занятий, запланированы многие мероприятия, включающие в себя паломничество, всевозможные творческие и спортивные события. Мы обращаем внимание на всестороннее развитие детей, поэтому у детей, кроме уроков основ православной культуры, будут и танцы народов мира, и рисование, которое будет проводить преподаватель школы, художественной школы Акциновых, так и хор. Уроки по основам православной культуры будут проходить раз в неделю. В следующем году планируется открытие еще одного православного класса в этой школе. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика.